Да я уже все врубил какую-то запись. Всем привет. С нами сегодня играет Паш Че. Здорово, ребят. И мы будем играть в новую игрушку, которую я еще не играл. Лодаут. Да? Да. Ну что ж, в СГО тогда. Я хотел сразу на запись выбор персонажа. Чё там, выбирай, да приглашайся. У тебя сколько... А, это такие названия, думал, Аркс. Сколько тебе персонажей доступно? Много, да? А тут три. Ну, три основных, там Их нужно женщина, открывать еще, да? мужик какой-то. Не, вроде бы они три доступных, только одежду на них делать, может, на это донат уже. Странно, зачем внизу перемотка страниц? И кого ты выбрал? Кто у тебя? У меня этот мужичок, который самый первый. А, алкашка, маленькая алкашка? Да. Первый раз в жизни я в игре возьму бабу, так уж и быть. Хельга, Да, чтобы она отличаться. стрёмная. Ну Она вот поэтому вообще и какая-то возьму. страшная. Там бегают, кстати, за женщину, играют люди. Приглашайся, я тебе кинул приглас. Так, И сейчас. начнем. Оружие Сегодня. сейчас пока выбирать не будем, да? Ну, оно у тебя по дефолту стоит, базовое. Ты можешь, в принципе, пошарить там создание оружия есть, можешь там моды на него всякие поставить, прочую хрень. Вот. Так я к Типа тебе... тут есть развитие оружия, прочее есть. Я к тебе подключился, Да, ну идет поиск матчей. У тебя идет поиск матчей? да? Да, поиск совпадений. Ну вот, значит, все отлично. А я в это время могу настраивать тоже. Да, можешь вполне. Тут все удобно сделано. Можно даже внешность менять, может, прикольно. Ну это за донат. Ну тут есть бесплатные Почему? шмотки. Ну да, бесплатно. Вот я сейчас Хельгу одену. О, да. Хельга без лифчика, кстати. Сейчас мы оденем ее. Нифига, крутая Не, телка. смотри, ты как бы там сделано все хитро, ты ее сначала одеваешь, а потом тебе пишут, что надо бабки платить за это. Прикол. Ах, мудаки. А мы сейчас начнем, кстати. Давай. Идет обратный отсчет. Голосование какое-то, это что такое? О, нажми на вкладку «Бой» и выбери доминирование, А раз где уж за него бой? голосуют. А. Там, рядом с домиком. Да. Доминирование. Что такое? А, это тип игры, да? Да, но я не знаю, здесь что-то новое добавили, я давно не играл. Прикольно. Вот, сейчас отчет пройдет, типа голосование начнется, сама игра. Прикольно. И получается, у нас всего 8. Должно быть 10, да? А, так, нас 8, тут 4 на 4 получается, да? 4 на 4, видишь? Ну сейчас, по идее, да? Так, наверное, всегда будет или нет? Да вроде бы всегда. Но тебе, говорю, хватит 8 игроков просто с головой. Сейчас такой фан будет. Я когда первый раз запустил, я просто охреневал, сидел. Ну, я говорю, я видел давно на видосе, когда только вышел, наверное, у других обзорчиков. Я не знал, что она, кстати, free-to-play. Чё опять Ну, надо? она чертовски веселая. Тут как бы выбираешь все это дело, нажимаешь просто бой. Лучше быстрее бой нажать, и нужно стрелять по землю. Все, короче, поехали. О, а где я? А чё стрелять в землю? А все? Ну, я тебе говорю, ты будешь охреневать поначалу. Ты разберешься потом. Теперь все, бегаем, ищем врагов. Да, это жестко. Но друг друга стрелять не можем? Не, друг друга нельзя тут. Запрещен Friendly Fire. Это хорошо. Люблю, когда в играх вырублено Friendfire. А-а-а-а! Здесь, короче, точки надо хватать и защищать их. Вот. И вражеские точки Кстати, да, захватывать. таких игр много выходит, где надо точки захватывать. Так, ну-ка, вон, защитить. Да, точка С вижу. Я вообще, вот у меня опыта в такие игры вообще ноль, вот такие вот темы. Тебе должно понравиться, она все Не, конечно, нравится. понравится. Ах ты гнида. Фига, они быстро убивают, у них ракетницы какие-то. Ублюдок. Стрелял тут в меня. А как оружие менять, ты не знаешь? А оружие О. потом в дальнейшем ты себе сделаешь в этом, в инвентаре. Но это А-а-а. внутри игры. Просто у меня самый бомжесткий автомат. О, подожди, я могу оружие подбирать? Да, ты можешь подбирать чужое оружие. Прикольно. Вот, другое дело совсем. Перезаряжаться даже надо. Так, а где у меня патроны?
А, все, вижу. Перезаряжаться на R, ну как во всех шутерах. Твари. Меня обосывают. Видео тут тоже пару раз обоссали. Так. Не, ну уматно, реально. Вот люблю такую тему. Динамика, да? Как Quake, который. Да, я тебе говорю, веселье. И ты можешь стоять здесь, как бы на одной точке, Прикольно. защищать либо свою точку. Кстати, да, надо на точку идти, что-то я забыл про точки. Еще ни одного, кстати, не убил, вообще ни одного. Я Гоу, уж гоу, тут, гоу. наверное, четверых завалил, не знаю даже. Так, а кто стреляет-то? Все, вроде бы все. А, еще точка Б, надо ее атаковать. А мы Все, побеждаем готово. или выиграем? Мы проигрываем, да? Нет, у нас все в порядке пока что. Так, где эта тварь тупая? Все. Минус один. И Так, смотри где? внимательно, ты можешь себя сам задамажить этой Угу. ракетницей. А, не, смотри, мы проигрываем, видишь? Да, точно. Аптечки тебя полностью захиливают. Да тут, в принципе, пофиг. Выиграли, По проиграли. идее, вот вверху показываются кубики, они должны быть все три зеленые. Да, ну вот смотри, мы сейчас С, например, захватили. Пойдем на Да. следующую точку. Вот Б можно захватить, она Да кто вообще не стреляет? важна. На, мразь. А здесь не пишется, кто кого убил, да? А, Не пишется. пишется. Да, все, надо привыкнуть просто. А ящики это хилки? Ящики это хилки зеленые, а у другие это с патронами, если ты Здоровье правильно внизу, да? помнишь. Да, здоровье внизу. Там здоровье или щит, вот Ага. щит может быть там. А, точнее, не внизу, а наверху. О. Наверху все О, здоровье. как А много раз я внизу. попал, профессионал. А внизу это типа ваши поинты, ну, которые на Так, карте. у меня пукан горит. Гоу-гоу, надо победить, надо Сэшку захватывать. Там уже захватывает кто-то ее. Где она? Вон она. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. О, еще пулеметы какие-то стоят, прикольно. На, сдохни! Так, оружие, что, перезарядка, да? Ха-ха-ха-ха! Давай, братюня, давай, захват, захват. А сейчас придут сюда, мрази. С этой стороны придут. Да, но у нас две точки, вот, ну хотя еще одну отпускает, точнее опускает. А сколько у тебя хп внизу, да? Слева. Внизу там типа поинты наши, их наши это зеленые, а их красные. А, это не хп значит. А хп вверху слева, да? Все, я понял. Ублюдок точку захватил и начал танцевать там. А-а-а. Все, я понял. Гоу, гоу, гоу. Ах! Убили мудака. Кстати, там ты бегаешь, я помог тебе. Прикинь, дебил подошел, захватил точку, начал танцевать, я пришел, снес его. Еще второй подошел. А, блин, я не могу управлять камерой. Здесь автонаведение или что это? Во. Бред. Стреляем под ноги ракетницы, да и все. Так, тихо. Кто где? Вова, почти убил. Гори, ясно. Еще огненное оружие, оно поджигает, и противник может Да, потом да. сгореть. Вот. Опять мы сейчас просрем, кстати, надо быстрее. Какие-то прыткие ребята попались. Да. Можно просрать. Вполне. Сейчас просто надо к управлению привыкнуть, реально, сейчас тяжело прям. А если от первого лица нету, да? А, да вроде бы есть, я не знаю даже. Вот был бы от первого лица, было бы шикарно. Нет, первого лица нету, вряд ли. О, хилка. Точка А, гол сразу-то на Вот черти, все захватывают. Так, А. Угу. нам еще какие-то вафли попались. Ничего толком схватить не могут. Блин, мне еще по лбу дали. Так, гоу-гоу захват.
Меня сейчас убьют, чувствую. Давай, братюня, я один захватываю, давай! Во! Во, давай! А, у нас еще Б захватили. Все, отлично. Соло! Тоже соло убил гниду. Так, в заду. Ого, Б, пошли на Б поможем. И на С надо еще. Сейчас у нас... Да, С отхватывает. Нет, почти убил эту мразь. Но у него, конечно, оружие посильнее, чем у меня будет точно. Чем автомат. Цешку, вон она, Цешка, да. Ну, я надеюсь, ребята справятся. Я просто А защищаю. Вон она, сбоку тварь. Вот собака подобрал эту хилку, когда я его бил. Черт вонючий. Терпеть не могу. Не, жестко. Давай, пошли на А. С захватывает опять у нас, твари. Да, надо С захватить. Они тоже, в принципе, бегают, но они выиграют. Они почти выиграли, считай. Так. Они выиграли, да? Да, не выиграли. И чё, уже 20 минут прошло? Не, матч быстрее прошел. Ну, может быть. Я просто не вижу наверху времени сколько. Ну, я на телефоне вижу, 11 минут только прошло. Да, ну давай еще одну. О, я первое место? А, нет. Да, не, прикольно. Миссия, надо оружие помощнее. О, приз дня. Да, приз дня еще дают каждый день там. Это тебе? Это всем, да? Да, это всем. Там один пустой типа, да? А, один полный, нет, два пустых. А, они все эти... Выходи отсюда, ливай. И ищем заново, я заново регистрирую матч. О, я это, взял сундук 350, бутес. У тебя ищется матч? Сейчас, подожди, я только выхожу. А, вот, ты появился. Жми, смертельная схватка. Это прикольный режим. Угу. Доминирование, а что там еще есть? Добыча отбойного. Труселя. Труселя, ну это, не знаю, тексит. Отбойный молот тоже не очень. Смертельная схватка, прикольная тема. Че, let's go? Угу. Не, прикольно сделали, мат, молодцы. А, так я же за бабу-то не играл? Или я за бабу играл? Нет. Как выбрать-то бабу? Нет, мужичок. А там выбирают наверху персонаж, но сейчас уже поздно, уже 10 угу. секунд последние идут. Наверху, где персонаж, там выбирай своего, это, бабу там, ты кого ты хочешь. Ну я нажимаю на нее, а как подтвердить выбор? О, мы друг против друга, кстати. Да? Ну ты вот очень изи. Сейчас посмотрим. Это будет слишком легкий матч. Надо посмотреть, какой хороший это мод. Не, тут тоже хорошие, в принципе, флаги. Так, просто бой, да, сразу? Сейчас тема будет прикольная. Надо понять, куда отпрыгивать. А в чем прикол-то, я не понимаю. Ну, просто стреляете в друг друга. Это как Counter-Strike также в начале, да? Да. Ну, хотя, нет. Я не помню, как Counter-Strike. Так мы уже начали игру или нет? Да, начали, конечно, но не. Карта не... забавная. А, я ничего не понял, ну ладно. Да хватит уже гореть, жопу. Надо тебя найти и убить. А, он хилит меня. Он хилит, оказывается. Я думаю, что он меня стреляет. Да, тут есть хилищие пушки. Вообще тема. Сдохни! Кого? Тут месиво. Давай, братюня, братюня, хиль! Отлично. Ну давай, 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 давай! На, мразь! О, я убил кого-то. Я вообще в каких-то замесах даже не участвую толком. А они внизу все, спрыгивай вниз. Вообще куча я народу. Я сижу. Вот ублюдок. Так, вот пулемет сраный. Не, прикольно. Невозможно против них играть. Тваря.
Хочу помощнее пушку. Дайте мне какую-нибудь ракетницу. Вон бежит. Во, фига у меня там ХП осталось. Блин. Я сгорел. На, тварь! Мы почти ровно идем. Ну, по А, она команде. там, да? Да. Мы ровно идем последние места. Гоу, гоу, гоу. Так, сейчас найдем кого-нибудь. Я думаю, сейчас минусануть восьмерых сразу и все, поболя. Ну, тварь тупая, ну, дамаг слабенький. Где ты, чмо? Ну, капец, ну, с одного выстрела убили. В голову. Мне, наверное, так по клавишам я стучу жутко. Жутко. По эти, поднимай эти штуковины. Потому что они нужны, это поинт. О, это ты бежишь, да? А у тебя какое-то оружие есть? Конечно. Ну, то есть это не обычный автомат? Не. Да блин, что же у меня нет патронов-то? Давай, у меня давай. Поджигательная ракетница. Отвага? Мне какие-то очки дали за отвагу. Или мне показалось? ХП вообще говно. О, хилка. Давай, я брать. Я тоже хилку подбираю. Ах ты ублюдок. Сгори в адском пламени. А он сам не перезаряжает, когда патроны кончаются? А, перезаряжается. Автоматом, да? Да. Давай, братюня. А, вы вдвоем там, сволочи. Да у меня другой вообще убивает со спины. О, его убили, ништяк. Ха. Ты его убил, да? Да, я убил. На. А, меня другой убил, я думаю, ты убил. Не, там мой этот товарищ подошел. Вон там справа пишется, кстати, такой мини-чат, типа. Угу. Во. Че, я опять горю все время? Во. Пойдет. Такой звук. А что там засели все наверху? Где оружие было? Оно исчезло. Такой звук. Это у кого? У меня? У тебя? Даже не знаю. Ну, короче, это у нас у кого-то. Ох ты, я еще убил тебя. Да, но ты умер от огня. Ну конечно, у тебя оружие-то посильнее. Не прикольно. Мы так просто не дадимся. А тебе какой больше нравится, это или флаг? О, я в голову прям кому-то, офигеть. Карта немного другая должна быть. Так. Че они там пишут в чат? Запрещено материться, эй. Так, вот. Собрать эти штуки. Отлично. Так. Сгорел, ублюдок. Тва! Сдохни, чмо. Все, я начинаю нагибать по КД. О, что-то подобрал. А, автомат. Или у него другой автомат? Тут еще стрельба такая немного непонятная. Ну, здесь тяжелое управление, конечно. Вид третьего лица я вообще никогда не любил. Тяжело. То есть я люблю от первого, надо бы посмотреть, может, можно. Хотя вряд ли, конечно, в таких играх от первого лица. Вау. Может, себя взорвать, не знаю. Что-то я вообще почти дохлый бегаю. Силку вряд ли найду сейчас. О. Так, ну что, я думаю идти убивать. Сразу всех, сейчас минусану. На тебе в голову. Это что такое? О, я какую-то пушку нашел. Такое озвучивание прикольное. Когда тебя хилят. Прикольное оружие, вау. Да, он еще так вздыхает, твой этот персонаж. Угу.
У вас щиты хилеры есть, у нас вообще нет таких. Или это говно пушка, наверное, говно, это не больше, наверное. Ублюдок, шел до последнего. Так, перезарядка быстрее, братюня, быстрее. Давай! Так, самое главное просто перезаряжаться правильно. Правильно? Да. Тут, кстати, еще с руки можно бить. Нет, это я пока не умею. А, сейчас вспомню как. На F, короче, и наносит очень О! много урона. О! Мне больно. Да, конечно, мы в тебя стреляем. Так, где кто? Это просто не дамся, нормально. Долго убивали. Не, прикольно. Месиво, месиво, гол, гол, гол. Все-таки игры популярны, как никогда. Ну как вот, не хватает, конечно, чего-то конкретного, то есть слишком там много огневой мощи и разброса у оружия. Есть, конечно, что-то наподобие снайперских винтовок. Фига там с ракетницы. Сука, вас много там одного мне. Я вообще один пришел. Не, там сверху все стреляют. Ну, я сверху и стрелял. Я прыгал просто. Так, я хочу еще оружие. Лучше там по стате. Значит, все ливают, подключаются, ливают. Да вроде нет, вроде все в порядке. А хотя хрен его знает, тут могут, да, могут ливать, там, допустим, кто-то расстроился, ливнул. Все, сейчас мы выиграем. Так, а вы? Конечно. Почему, конечно, повезло. Да как, сколько вас же много здесь-то, Господи Иисусе. Офигеть, миллионы. Никита, эти награды дают бесконечные. Блин, у тебя почти хп нет. Надо было тебя У добить кого? регистрации. Где кто стреляет, я не понимаю. Дайте, ааа, живи, братья. Мое сердце пульсирует. Все. Нормально. Все, Да у нас, смотри, победа. постоянно ливали у нас, мудаки. Да. Постоянно. Ну что, все? Ну Или все, надо? все, да, хорош. Все, всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, понравилось, не понравилось, и стоит ли продолжать. Все, прощайся. Ну, счастливо.